Друзья, всем привет! У Димаша Кудайбергена во время вынужденного перерыва между концертами появилось немного свободного времени. Настала пора, когда можно и поработать в студии, и записать новые клипы. Времени осталось немного. Скоро Димаш выступит и в новом амплуа. Поработает в составе жюри песенных конкурсов на «Новой волне» и на «Славянском базаре». Об этом певец сообщил на своих страницах в социальных сетях. И, возможно, он наконец-то оформит свои вокальные достижения документально. Например, зарегистрирует их в книге рекордов Гиннесса. Зрительница нашего канала Нурила Молдабекова сообщила: «Этим вопросом должен заняться продюсерский центр Димаш Али. Они бы вышли с предложением в Минкульт Республики Казахстан, которые дистанционно могли бы прояснить этот вопрос с представителями Книги рекордов Гиннесса. А при необходимости сбора подписей, как мне кажется, Диас со всех фан-клубов помогут». Кстати, еще одна тема для книги. В скольких странах мира есть фан-клубы Димаша? Ведь такого не было ни у одного артиста в мире. Итак, по порядку. Октавы. Количество фан-клубов в мире по охвату континентов. Единственный певец в мире, чьи фанаты вместе с ним поют его песни на 9 языках. Кроме того, фанаты Димаша сопровождают его не только по городам и странам, но и по континентам. Это тоже можно зарегистрировать и так далее. Продолжайте список, друзья. Ну что ж, еще раз спасибо Нурила за отличную идею. А теперь, друзья, давайте попробуем разобраться, как регистрировать вокальные достижения Димаша и для чего это нужно. Прежде всего, ради восстановления справедливости, потому что уже есть учтенные вокальные рекорды, но эти результаты ниже, чем у Димаша Кудайбергена. Регистрация рекордов – это престиж не только отдельно взятого артиста, но и всего, что с ним связано. Димаш – это гордость как Казахстана, так и всей системы образования и жизни казахов, и конкретно семьи с ее укладом и музыкальными традициями. Скорее всего, отсутствие регистрации рекордов Димаша в книге Гиннесса объясняется только занятостью и скромностью певца и его семьи. Почитатели творчества Димаша помнят, когда, где и сколько длились вокальные рекорды, взятые певцом. Например, на китайском конкурсе «Сингер» 2017 в песне «Незабываемый день» Димаш спел ноту D8 в свистковом регистре «Ре» 5 октавы. Концерт «Гаку» в 2017 году, на котором в присутствии 150 тысяч жителей и гостей города Алматы Димаш спел 5 песен и при исполнении одной из них взял ноту D8. О других многочисленных достижениях вы можете написать в комментариях. Жаль только, что эти случаи уже нельзя представить как доказательство. Рекорд засчитывается только в присутствии представителя книги рекордов Гиннесса. Зато можно организовать регистрацию рекорда на одном из ближайших концертов. Вот это был бы подарок фанатам артиста. Будем надеяться, наше высказанное предложение будет услышано продюсером Димаша и реализовано в лучшем виде. Напомним, друзья, что книга мировых рекордов Гиннесса – это ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ, культуры. Представители компании Guinness World Records, которая занимается сбором информации для книги, являются ответственной и авторитетной стороной при фиксировании рекордов. Конечно, почитатели творчества Димаша уважают его талант и без регистрации достижений. Но ради справедливости и точности все-таки хорошо бы узаконить хоть часть вокальных достижений нашего любимого артиста. Друзья, всем большой рахмет!